Всем привет! Сегодня у нас 17 апреля, ровно 5-й день челленджа, еще остается 5 дней и мои сегодняшние покупки. Вот такие 50 штук 2 копейки 93-го года, алюминиевые монетки, купил их по 25 копеек. Также я их готов покупать в больших объемах. Не 5, не 10 штук, а желательно по 50, по 100 и выше. Поэтому, если у вас есть, пожалуйста, присылайте. Так, часики вот такие по 20 гривен. Почему я их взял? Состояние, как вы можете наблюдать, не очень. Все очень просто. Из-за позолоты. Купил по 20 гривен. Вот, а буду выставлять где-то за 150 гривен. Позолоченные корпуса и вот такой браслет. Затем часы вот такие вот. АУ-10 маркировка стоит. 10 микрон позолоты. Состояние отличное. Аж прямо горит на руке. Замечательная. Если их сдавать как на позолоту, то можно выручить 190-200 гривен. Если же попытаться продать, выставить в интернете самостоятельно, то где-то 250, можно даже и 300 попробовать. Почему бы и нет. Но состояние замечательное, просто шикарное. 1 гривна... Евро 2012, монетка потихоньку набирает обороты. В интернете уже от 5 до 10 гривен. И юбилейная 1 гривна 60 лет победы. 60 років перемоги. Монетки я купил по 2 гривны. Вот эти часы купил за 50 гривен. Как всегда в конце ролика я вам показываю, сколько я ориентировочно заработаю. Эта сумма составляет 460 гривен. Вот такие вот мои доходы. Поэтому вы можете сами все почитать. Начинать покупать даже можете с позолоченных часов, потому что сейчас это в стране очень такой ходовой товар. Снимается позолота и идет уже на ювелирку все. Позолота качественная, советская. Поэтому на таких желтых корпусах, на желтых часах можно довольно-таки неплохо зарабатывать. Итак, у нас еще впереди остается 5 дней. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. До новых встреч!